зараз прямуємо на Лисичанськ, якраз будемо проїжджати той відтинок, який охрестили дорогою життя. Бачимо, наскільки горизонт завалений димом. На блокпосту нас пропустили, сказали, що зараз такий спокійний час, можна спробувати проїхати, але зранку було доволі гучно. Камера не нравится. Да шо, ну шо, живу, мамка 95 лет, сам слепой инвалид второй группы, а куда, шо делать, живем. Хожу, он недавно этот вышел сюда, мужчина идет, что-то или гуманитарку получил, говорит, тут, говорит, посмотрел на вас, хоть что-то, говорит, от прежней жизни осталось, говорит, постоянное такое, говорит, часто вас вижу. Постоялец. А вот этот, вот это лучше поменьше такого дела, да. Потому что летает над головами там что-то этот. Жена он сейчас в подвал побежала, я пошел, говорю, пойду. Это сильно близко уже, такого еще не было. Собака вам помогает все это? Да, конечно, конечно. Это как раз мне жена подарила, это подарок мне на 60 лет. Вот пробежимся утречком, вот три раза в день, даже при таких условиях. Он, ему, конечно, страшно. Ему страшно, да, бывает, когда сильно этот, он там пытается где-то спрятаться, но я сразу успокаиваю, мячик там у него есть. Молимся, я верующий человек, вот, надеюсь, что Господь отведет все-таки. Сейчас пойду по церковь прохожу, там прошу у Господа мира в стране нашей. Зараз бої в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, окрім запеклого протистояння на землі і ближніх боїв, це так само постійні перестрілки між артилерією. І цей гул, він постійно чутний, і дими від розривів видно на горизонті. Особо нічого і розказати, ну взагалі. Ну, как? Насчет планов ноль. Насчет перспектив каких-то ноль. Сейчас все, вот там. Вот там, где идет все, там все решается, все это. А мы что? Ну, объяснить трудно. Ну, теща у меня не хочет выезжать там. Ни в какую. Мать тоже. И все, куда? Я их не брошу, и у меня плюс работа еще. Раньше боялись, вот это гупает, мы раньше от вот этих взрывов боялись. А сейчас уже привыкли, мы уже разбираемся, что это. Как-то будем выживать. Да нет, это хочется мир. А он Серега там сделал под домом. Чтоб все быстрее закончилось, и мира хочется, спокойно жить. Да нет, ну там по-своему. За водой там воды нема. Сегодня доберем, вот и все. Доберем. Будемо шукати тепер, хоч на дані забіжить тепер за ладу. З наближенням лінії фронту Лисичанську не стало світла, не стало мобільного зв'язку і так само немає води. І от воду для технічних потреб місцевим жителям доводиться набирати просто в ямі, яка залишилася від чи то бомби, чи то снаряду, який прилетів сюди. Ну, вже весь народ за неделю вытерпал, все, теперь унитазы смывать нечем. То только для унитаза была вода. Мы вчера ходили сюда в частном секторе, попросили 36 литров, вот два куля нам дали. И то, оно ж тоже там хозяин, весь день люди тянутся, тоже, знаете, как психует, привязанный. Ну а люди-то без воды тоже ж ничего не сделаешь, ничего не это. Волонтеры наши, это наши местные мужики. Разговаривать нечего. Снабжает нас город хорошо водой. Спасибо. Да, есть источники остались. С былых времен. Хорошо, хоть туда успевали добежать. Ага. Ну да, пока не попали. Бензина не надо. И мне куда говорят, ехать? Я часы ела. Джин-джин, газу. Так хорошо говорят, что вы сидите, выезжаете.